Приветствую вас, друзья! Звездные войны. Я не особо фанат этой вселенной, но прекрасно понимаю, что благодаря своей необычности и харизме героев она заслуженно завоевала внимание миллионов людей по всему миру. Денег в эту далекую-далекую галактику вложено немало, и поэтому все с интересом смотрят даже такую откровенно детскую, но очень дорогую и красивую сказочку. Колода выполнена в двух цветах – красном и синим. Красный цвет представляет собой силы империи, а синий – повстанцев. С точки зрения дизайна обе колоды отличаются только рубашками и лицевой стороной коробочки. Как вы видите, немного изменены отдельные элементы в соответствии и с каждой сторон конфликта. В отличие от рубашек, дизайн лицевых сторон у обеих колод абсолютно идентичен, и я считаю, что это очень круто. Потому что для того, чтобы в полной мере оценить красоту этих карт, не обязательно покупать себе именно две колоды. Достаточно одной. Ну а теперь давайте глянем, как тут все отрисовано. Для начала рекомендую рассмотреть, насколько круто сделан туз. Пик. Обратите внимание на то, что здесь очень много разных отсылок, типа вот этого маленького йоды снизу. Хотите рассмотреть более внимательно, на каждой карте просто останавливайтесь, нажимая на паузу и делайте это. Я уверен, любой фанат найдет там очень много интересного. Пиковые карты сделаны вот таким образом. Мне очень понравилась вот именно идея дизайна значков мастей, когда вот половина черная, половина полосочку. Это достаточно прикольно. Давайте перейдем к картам с картинками. Валет пик — это Боба Фет. Это у нас Амидала, Дарт Вейдер, Раб 1. Смотрим бубновые карты. Ну, прослеживается их идея в дизайне. Так, это Халерисиан, Рей. Это, насколько я понимаю, составленная версия Люка Скайуокера. У него же там, по-моему, да, такая рука. Палпатин, Мон Мотма. Кайло Рен, это из новой трилогии «Злодей». Потом карты крестовой масти идут. Что это, кстати, за звездолет, я не помню точно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это Оби-Ван Кеноби, это Принцесса Лея и Хан Соло, само собой, куда же без него. Это карты червовой масти и туз черви — это Тысячелетний Сокол. В качестве джокеров тут взяты дроиды из новой трилогии, то есть BB-8 и Dio, насколько я знаю. Причем вы тут видите вместо зеленого цвета именно красный, наверное, потому что печать разными цветами удораживает производство карт, поэтому тут везде задействован только красный цвет. Но я, конечно, был бы рад видеть в качестве джокеров дроидов из старой трилогии, но понятен, в принципе, смысл, почему сейчас компания Disney пропихивает именно новых героев. Это как бы логично. Вот так выглядят рекламные карты, но как бы кому это когда было интересно. В общем, как вы поняли, с точки зрения дизайна карты фантастически красивые. Я думаю, что вы тут со мной спорить не будете. На мой взгляд, по части создания по-настоящему красивых колод компания Теория 11 преуспела больше других. Каждый проект просто произведение искусства. Коллаборации со всякими компаниями, брендами, иллюзионистами и популярными людьми – это уровень. И сам факт, что Disney и Lucasfilm официально сотрудничают с Теорией – это показатель. Что касается качества игральных карт, компания Теория 11 и компания Art of Play имеют уникальную возможность печатать свои карты на сертифицированной бумаге FSC. Если вы обращали внимание, то у компании United States Playing Cards Company есть такая необычная экологическая колода Bicycle, которая печатается как раз на вот таком стоке. Там какое-то необычное покрытие, какие-то растительные чернила, но услуга по печати на подобной бумаге предоставляется компанией далеко не всем. Как-то вот Теория 11 и Art of Play с ними договорились и имеют такую возможность, что само собой картам пошло только на пользу. Насколько они лучше или хуже, чем Bicycle, это, понятное дело, субъективный взгляд, но что объективно, так это то, что карты в целом отличного качества. Все свои великолепные коробочки с таким уровнем проработки Теория печатает отдельно, поэтому они всегда были вне конкуренции, но вот рубашки карт не всегда соответствуют ее красоте. Как и в этом случае, одноцветная печать без каких-либо украшающих элементов. Тут сложно сказать, хорошо это или плохо, но когда ты видишь сумасшедше дорогую коробочку и, доставая карты, какой-то простенький дизайн, немного разочаровываешься. Стоимость одной колоды, либо красной, либо синей, в магазине 54 карт составляет 1200 рублей. И я считаю, что за такую красоту это вообще не деньги. Что мне всегда нравилось в колодах от Теории 11, так это то, что они выглядят очень дорого. За счет вот этого вот тиснения, фольгирования, матовой бумаги, коробочки выглядят так, как будто эти карты стоят не по 1200 рублей, а по 5000. И поэтому такие колоды отличный подарок. Если вас кто-то пригласит на день рождения, кто увлекается звездными войнами», если вы ему подарите две такие крутые колоды карт, он будет в восторге. Само собой, эти карты и не задумывались как карты для фокусов. Их выпуск был приурочен к завершении новой трилогии. И я не думаю, что эта колода хорошо подойдет для фокусов, потому что у нее очень необычный, детализированный и оригинальный дизайн, который будет очень сильно отвлекать. Хочется прежде всего взять колоду и очень долго ее рассматривать, а уже потом что-то с ней делать, либо играть, либо показывать или смотреть фокусы. Но для коллекционеров или ребят, которые занимаются кардистри, в принципе, такая колода будет очень хорошим выбором. К тому же, если у вас будет какое-то тематическое праздничное мероприятие, посвященное Звездным войнам, и вас туда пригласят как фокусника, то если вы придете с такой колодой, явно заказчик оценит. В целом, я, конечно, уже начинаю придираться. Карты потрясающие. Я уверен, что фанаты должны быть в истерическом восторге, и эти две прекрасные колоды уверенно займут место в моей коллекции. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих игральных карт. Мне действительно очень интересно с вами там общаться. Не забывайте подписываться на все мои социальные сети: Инстаграм, Телеграм, группу ВКонтакте. Там очень много всякой полезной информации о канале. Ну а если это видео вам понравилось, нажимайте на соответствующую кнопку под роликом, рассказывайте о нем вашим друзьям, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся с вами в следующий раз.